Имеем план участка с геоданными. Сначала заходим в утилиты, далее единицы чертежа. Включаем отчет углов по часовой стрелке и в качестве базового направления выбираем север. Далее при построении сначала фиксируем угол, а уже потом вводим значение расстояния. И так для каждой стороны. Из-за округления значений в таблице мы совсем немного не вернулись в базовую точку. Для контроля можно проверить получившуюся площадь участка. Она полностью совпала.